Кто-нибудь может мне похвастаться своим маленьким писюном? Нет. Потому что они маленькие. А вот по последним замерам, короче, сколько у тебя? Не замерял. А, то есть ты в жизни... У меня Куба по земле катается. Куба, Куба, почему ты, короче, упал и катаешься по земле? В смысле, как это выглядит? Это, ты знаешь, вот ты лежишь как упал, только ты так катаешься, как бибика. А, типа плаваешь? Лол. Господи, ты... О, все, поднимаешься. Не, что с тобой? Куба? Ты как в диасурке повторяешь. О, все, ты встал, нормально. И всем привет, дорогие друзья, с вами Купа и Лагер. И Лагер. Почему мы прячемся? А там кто-то следит за нами на крыше? Черт, надо проверить. Блин, он нас нашел. Прячься, блин. Что будет, если он напишет голубомишка? Придется деньги ему отдать. Куда делся? У меня нет денег. Вот он! Он сверху. Привет! Знаешь, как ни в чем не бывало, типа не прятались. Так же быть. Привет. Как дела? Знаешь, как с ноги в лицо ударил, потом. Что он напишет? Я не знаю. Хорошо. А как же голубой мишка? Не, подожди, может он не знает, может он этот. А, пошли кататься. Пошли кататься? Лол. А, то есть он не из этого. Он не из тех. Я понял. А, так что, слушай, короче, у нас есть план капкан, как всегда на каждую серию у нас есть план, короче. Ага. Ты с ним поедешь? Нет, конечно, ты чё, я тебя не променяю. Я думал, ты с ним уже собираешься поехать. Все, да. Смотри, короче, у нас план капкан, садись. А почему закрыто? Откройся, а, во, все. Ты меня выгнал? Я сейчас покажу, как надо выгонять. Вот так надо выгонять. Нет! Ударом по паху. Давай. Все, погнали. Ага, ты сел. Окей, да. Смотри, короче. Сейчас, ой, господи, у меня игра почему-то слишком громко. Дай-ка, пожалуйста, я немножко подколдую звуки. Давай я сделаю немножко потише, вот так вот. И, короче, у нас, как всегда, на каждой серии план капкан. Знаешь, куда мы едем? За пушками? Да, мы едем о, за пушками. О, ничего себе. Да, да, но я просто тебе пропалил всю историю, поэтому ты знаешь. Ну ладно, признаюсь. Признайся, я все знал, да? Вот, слушай, я нашел их. Я нашел пушки. Вот. Так, давай-ка прогонимся тут, тихо. Стой, я сказал, прогонимся. Без меня. Тихо. И фары включим. Это чтобы аккумулятор быстрее сел. Так, слушай, я могу зайти? Я могу пушки купить? Да, я могу пушки купить. Давай, короче, приобретем пушки. Пушки. Давай. Так, слушай. Бита. Кастет, дигл. О, слезоточивый газ. О, это сильно. Снайпер. Чё-то цены дорогие. Да, что-то, да, знаешь, 13 кусков за винтовочку-то. Это да. У меня $100 всего лишь. У меня билет на маршрутку дороже. Блин, ладно, окей, сейчас я тебе денег насыплю на дигл. Давай. Давай-ка я себе этот... сейчас я себе куплю АКшечек немножко. Я себе купил АКшечек. Давай, сколько стоит дигл? 7500. Давай я тебе передам немножко денег. Пэй. 2000, скажи свой ID, пожалуйста. Секунду, 33. Номерок блатной. У тебя очень маленький ID. Почему? Нормальный. 33. У меня там... Ой, по-моему, по сколько я могу передать? По-моему, по 2000. Ты мне сейчас 1000 дал. Да, по-моему, могу по 2 передавать, да. По 2. Вот. Вот так. Вот так. Вот так. И, ладно, у меня просто... прописанный, там автоматически передается. У меня написано уже не флудите. Угу. Сейчас сколько еще денег надо? Еще на дигл? Мне еще... Еще $400. А. Ну ок, давай вот эти 2 сыра передадим еще. Вот, хорошо, я куплю себе... Дигл. Дигл. Ты же мне на дигл дал? Ну, если там... Можно еще... куплю сутган? Если там конфетки в бонусом идут, то можешь еще конфеток приобрести, не против. Ну что, я... Ну, давай, купил, короче. Все, пошли, у тебя там, пострелять.
По-моему, у оленей, короче, рога светились. Не показалось ли у оленей рога светились? Погодь. Тут вот рога увидел? Где? Ну, не рога, в смысле, глаза, смотри. А, глаза, да. Кек. Никогда не замечал раньше. Светодиодный такой-то. Подсветка. Окей. Теперь мы, короче, наведем хаос, беспорядок, там, беспредел и вся фигня. Там, на заправку. Слушай, давай мы тоже. Ну давай, так уж быть. Что-то я подумал, мне тоже заправка нужна. Лог 2. А он, по-моему, передумал уже. Ну, или я тоже тогда передумал. Ну и все, поехали тогда. Или ты за ним следишь? Я... Чё ты меня сразу начинаешь палить-то, а? Я его первый раз вижу, поэтому... Какой следить, ты что, ты о чем? Тихо, тихо. Стреляй в него. Почему колеса подстрелить? Стреляй в него, стреляй быстрее. Стреляй. Погоди, а как? Я уже и забыл, как стрелять. Я тоже. Поп. Я фарами могу поморгать в него. Это угроза или нет? Моргай ему. Знаешь, это такая угроза, я в тебя моргаю. Ой, ага. Призрак. У меня машина выключилась. А, я двигатель выключил. А, я думал, бензин кончился. Я просто двигатель выключил случайно. Я так и подумал. Блин, мы его потеряли. Ну и ладно, черт с ним. О, давай этого протараним. Только аккуратненько, чтобы он в воду влетел. Это аккуратненько, да? Стоять! Тихо, у меня двигатель включается, когда я их тараню. По-моему, это не очень хорошо. Офигеть, смотри, как рванули. Ничего себе, он втопил. Ну как это нам так сделать? Чем мы нитру включим, погодь. Да что-то нитро вообще не помогает. Что-то наша нитро как-то не очень. Это какое-то китайское. Блин, ну втопил так нехило, я тебе скажу. Нет. По-моему, газ в пол. И все, мы потерялись, по-моему. Блин. Все, я его не вижу. Ладно, это было плохая. А, не, слушай, есть там... Вон он. А, у него нитро закончилось, или он просто остановился? Он остановился! Херакс. Ой, минты. Там кто-то бежит. Не минты, все нормально. Тихо, он хочет этот. Он хочет, чтобы мы его взяли. Он сел. Наказывать его. Почему он сел? А что он у нас делает? Выкинь его, пожалуйста. Скажи, как я выкину. Довези до... Авика? Что? Довези до Авика. Напиши, что у нас разные пути, малышка. Напиши, что там. Судьба, там, вся фигня. Немножко нитры. А, слушай, куда мы ехали? А, да, мы не туда приехали, слушай. А куда мы вообще едем? Кого будем убивать? Давай, короче, мы сейчас вломимся на базу и всех расстреляем. Да, вот прям, вот знаешь, вот эти базы, типа там Grove Street, вот эти все базы. Давай, короче, их расстреляем. Какая тебе идея? Ну, что-то я ссыкую. Да ладно, у тебя ж, помнишь, ты в прошлой серии покупал такую биту резиновую? Ничего себе. Большую резиновую биту. Да. Ты что, не чувствуешь себя с ней безопасности? Ну, всякое может случиться. А я чувствую, что это безопасная штуковина, поэтому мы сейчас именно туда поедем и разнесем его. По-моему, я не туда поехал. Я вообще не знаю. Я тебе доверился. Мне на карту надо посмотреть. О, господи, Jesus, Mother of God, мы не туда. А, я хотел, слушай, почти туда. Ладно, окей. Ну, я думаю, мы можем позвонить видос, чтобы долго не ехать. Вот, смотри, мы уже приехали. Ага, смотри, почти доехали. Смотри, мы так мгновенно, типа, так блинки, знаешь, на видео так, типа, оп, они там были, там, а теперь оп, да. Типа, оп, смотри, какие мастера монтажа. Ну чё, кого будем мочить? Давай, короче, вот прям вот, давай сначала, знаешь, такие, типа, подойдем там, поговорим, типа, ну, привет. Ага. Он такой, ну, привет, а я такой, ну, ты сделал мне билет, он такой, не хочу, а мы такие, ну, давай так попробуем. Давай сначала к этим. Тут кто-то стоит. Или не стоит? Я ни у кого не стоит, по-моему. Нет. Чего тут никого нет? Поехали в Grove Street. Ой. О, у нас машина зелёная, вдруг они, короче, посчитают, что нас за своих, типа, а мы такие, ага, они свои, такие, давай их сделаем. Ааа, вот ты какой коварный. План Капкан. Злодей. Вот, еще с первой серии я думал купить зеленую машину, чтобы... Опа. Угу. Ты тоже, да? Ладно. Об этом подумал. Ладно, ладно, пусть это, пусть бегут, пусть спасаются бегством, короче. Чё-то тут тоже пусто.
где все ребята? Ребят, Саван, ребят. Что-то, слушай, что-то не сильно их есть. Что-то не густо. Да. Блин, слушай, ты не помнишь, где-то база фиолетовых, вот, ну, в смысле, респ этих, там, баллов? Не. По-моему, вот тут где-то был. Где-то вот тут, что ли. Тихо, по-моему, тут были выстрелы. Подают. Я, по-моему, выстрел слышал, нет? Но я ничего не слышал. Вертолет! Это... О, лол! У них вертолет на базе стоит. Нормально. Слушай, это мать его вертолет военный. А там кто-то сидит. И он взлетает. Стреляй. Стой! Почему он не хочет стрелять? Во. Попробуй на курок нажать. ДМ запрещен. Лёль. Меня кикнут. Написали мне так. Да? Ну ладно. Где? У меня прокатило. У меня прокатило, я хороший. Я там по вертолёту пострелял там. Ага. Типа я крутой, смотри, такой, тут такой. Да. Попробуй стрельнуть вообще во что-нибудь. В забор попробуй стрельнуть. Ну давай, смотри. Так, вот моя пушка. Нет. Он меня не хочет. Давай-ка я попробую. И чё? Ничего не происходит. Он у меня как-то отходит. Вот я стреляю, и он отходит. О, смотри. О, я тут кого-то слышал. Кто-то коцный. Это ниндзя. И где? А, вон он. На крыше. Эй, ты. Сюда иди. Только без глупостей. Руки за голову. Тихо, что-то он борзой какой-то. Что-то он думает. Ага, ага. Подошел. Привет. Засал. Засал. Всё. Фу, как увидел у меня пушку в руках, так сразу ливнул. Ясно. 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 Запомните его. Репорт. Все ясно. Надо каким-нибудь, слышно, надо найти какую-нибудь банду и, короче, к ним тоже доколебаться. Типа. Ага. Пошли посмотрим, что еще есть. Ну давай, погнали. Давай, ну чё, она не едет? А, кстати, вон он стоит. Где? Около Моцка. Или это не он? Подъезд сюда. Ноуфуил, парень! Парень написано ноуфуил! Чёрт! Парень, у нас проблемы! Надо было, по-моему, двигатель в этот глушить. Ну, пипец. О, господи, нам нужно что? Нам нужен механик или... Механик? Блин, нам нужен механик, наверное. Механик! 0.90! Ситуацию. Кончилось топливо. Блин, прикинь, сейчас этот парень, короче, там подмогу звонит, а в этот, ну, типа, стоим без топлива. Пипец, конечно. Блин, такая, знаешь, ситуация. Палево. О, пожалуйста, ждите на месте. Я такой, Максим Супермен принял вашу запаску. Максим Супермен? Супермен едет нас спасать. О, господи. Серьезно, сейчас Супермен приедет. Ну что, смотрим в небо, сейчас он прилетит. Тихо, знаешь, у него... Во, смотри, вон летит. О, видишь, да, вот этот полоса? Летит. Только он куда-то вот у нас летит. Ждем, чего? Блин, давай его хотя бы подвигаем куда-нибудь. О, господи. Давай, сюда. К стене. А мы в одну сторону двигаем? Нет, все, тихо. А ты не можешь ее двигать, да? Ну, по идее, нет. Плохо. Плохо. Слушай, а может, да. Заглушить стоит? Я не знаю. Так она у меня вообще заглушена, показывает. No fuel. А, все, фары выключили. Ну, это что, ага. Наверняка. Ладно, окей. Давай все-таки ждать этого Супермена можно. Эх, ну давай. Подождать на паузе. Куба, зацелишься, зацели. Ага. Он долбится в это. Он долбится. Приехал. В нашу машину долбится. Так, что он будет делать? Слушай, мне не нравится он. Че, другого вызовем? Так это и так другой. Это и так не Супермен. Автомеханик. Нет топлива, пишет. А, нет, по крайней мере, у него написано. Вопрос нам заправить. А. Ой, я по-немецки начал разговаривать. Ага.
начнем с того, что ты нашу машину раздолбил сзади, пока приехал. Может, это минимально, что могло случиться. Так он, короче, еще без топлива приехал. Я написал, что нету топлива, он, короче, без топлива приехал. Пипец, нет топлива, а? Что за механики пошли? Садитесь, до заправки толкать буду. Ну ладно. Лол. Ну давай посмотрим, как он будет толкать. Я сейчас... Оп. В смысле, если он толк... если он не, за... не крюком толкать будет, а вот так вот, то я не согласен. По-моему, так реально собрался толкать. То есть... Чё за еврей? Без прикола. На бензине экономит. А, ну я, смотри, короче, ну всё, я уже ноги на стол закинул. Всё, ждём, всё, короче. Пусть... Ладно. Слушай. Ты там сейчас такси машину. Это не очень нравится. Это не выход. Сейчас топливо привезу. Во, да, ну так еще можно. Сами сбегаем. Не по самим, да. Все, побежали, короче, машину так оставим. Ну погнали. Где тут заправочка? GPS. Найти ближайшую ЗС. О, все. О, все, я нашел. Тут, знаешь, тут. Ну, я надеюсь, недалеко? Бежать пару... Ну, ты сам можешь проверить, там, введи этот ближайший АЗС и там... Давай, GPS. Так, да. Это у нас... Вот так вот. Да. Угу. Вижу. Бежим? Бежим. Можем снова на паузе бежать, короче, все равно. 537 метров, такой марафончик на полкилометра. Ага. Нормасик. Во, короче, по дороге надо поесть, я голоден. Здесь что-то похилить можно. О, все, я в новый. Так ты, покушать. Ты там, ты знаешь, как в игре, короче, похилился. Просто на хилку подбежал и все. Ну да. А я выпью напиточек. Ну ладно, ради приличия. Кусочек пиццы закажем. Смотри, у меня напиточек в штанах. Смотри, как тебе мой напиточек. А у меня на стволе пицца вообще. Как мне есть? Почему ты кус... Ой, я не могу. Не двигайся, у меня пицца в руках. А я калаш взять не могу. Блин, я бы с калашом бегал. Ладно, давай это все дело съедим, как бы это странно не выглядело. Ага. У вас нет с собой еды? У вас нет с собой еды? О. У вас нет с собой еды. А просто нажми на выстрел, короче, ну типа этот. Ты понял. А, вот, да. Ой. Я переборщил, слишком сильно выпил. Ладно, все, побежали дальше. Значит, топливо набрать. Так, подкрепились. Господи. Сейчас. Вот. И дальше. Скорая! А! Я успел. Это не скорая, по-моему, пожарники хотели задавить или потушить тебя. Пипец. А, это типа, знаешь, ты такой секс-бомба, короче, ты горячий парень, и тебя потушить хотели. Прям тут на месте. О, слушай, там ребята тоже поехали пиццу жрать. Лол. Ладно, все, побежали. Вот. О, слушай, так мы уже прибежали, надо посмотреть, чё как, чё почём. Слушай, как тут сейчас... А чё почём? Бери ствол в руки и кричим, это ограбление. Ага. Блин, бензина, пожалуйста, у меня машина-то припаркована, да? Ага. Так, давай в магазинчик зайдем, может там купить можно. Мобильный телефон. Маска? Чё за маска? Я не думаю, что это то, что нам надо. Почему он написал Ing? Не знаю. А, это heal будет или buy, буе. Давай попробуем еще чем-нибудь купить. Фотоаппарат, аптечка. Изменить цвет телефон, изменить номер, лотерейный билет, парашют. О! Куба! О, что такое? У меня давно это желание. Что за веник? У меня... В смысле веник? Я тебе цветы пришел. Да, веник, вы слышали? Я не такой. Веник. Ладно, стой на месте, иди сюда. Стой. Стоишь, да? Стою, да. Какой у тебя 33-й ID, да? Да. О! О, а вот и моя тачка подъехала. Закрыт. Я бы не сказал, что это она моя. Окей, слушай, мы не можем так купить, нам надо помощь. Чел, как канистры купить?
У нас знаешь, мы такие ДЦПшники на заправку пришли, короче, как канистры купить. Вама у нас смс-ится и говорит нас, короче. Блин. Куба, блин. Сам не знаю. А, ты чувак, на такой машине приехал, блин. Вот надо достать канистр с багажника и налить набить. Я не знаю. Куба, быстрее, Вики, беги там. Господи. Что за безысходность? Машина не нужна, пацаны. Нет. У нас есть своя машина. Правда, без бензина. Да, ну, бензинчика. Слушай, короче, я полез в Вики. Я, короче, ставлю на паузу и полез в Вики. Короче, слушай, я знал, что так все будет, короче. Ага. Мы раки, креветки. И делаются это команды. Крабы. Байфуил, короче. Я знал, я просто не пробовал. На этой... Знаешь, я тебе прикол сейчас скажу? Ну? Попробуй прописать байфуил. Фуел. Канистра на этой заправке стоит $150. Хотите купить? Да. Ну да. Да. Нет бензина? Да! Вы серьезно? Да! Какого черта? Прикинь! Какого хрена просто? Мы сюда бежали пешком. Минут 10. Да, господи, просто нет бензина, прикинь, вот это такой фейл. О, господи, все, давай я тебя убью, ты возродишься в виде ангела, заправишь мне машину. Пипец. Давай устроим массовый беспредел. Ага. Куда? Отомстили. Я думаю, тут все. Ну, теперь точно нету. Все. Теперь моя душа спокойна. Ладно, бежим обратно к машине. Оу. Все, смотри, короче. Мы заправились, ага. Ну, как мы заправились, нас заправил как механик, все-таки приехал. Да, все-таки вернул нам должок. Вернулся, да. Этот, короче, смотри, я тут видел много голубых ребят. Я не знаю, сколько голубых. О, зеленый, слушай. Они сейчас будут воевать, наверное. С кем будут воевать? С голубыми? Голубые, зелеными. Я бы на это посмотрел, на самом деле. Давай как-нибудь это. Под ним. Тихо. Нас может никто не выйдет. О, видишь, он начинает убегать. Куда он побежал? Тихо. Потихоньку маскируемся. Нас не видно. В нас никто не стреляет, значит нас не видно. Понимаешь, да? Так не врежься. Ну ладно. Тихо. Я слоник. Зеленый слоник.